Это мое жилище последние 16 лет. Мы, скажем так, были в финансовых трудностях, проживая на квартире, и попытались ее разменять на более меньшую, чтобы погасить задолженности. Но связались с риэлторами Петинами, вот, это бывшие смотрящие по городу Волжскому, и мы оказались здесь. Проживая в городе, периодически ходили на городскую свалку, доставали цветной металл, там еще что-то, и знали, что здесь кто-то из бездомных тогдашних, проживавших на свалке, останавливается. Ну, обустраиваться здесь было несложно, когда ты ходишь на городскую свалку. Решетки появились именно благодаря директору ТЭЦ-2. Осенью нас пытались выгнать в зиму, вот, засварив ход. Но так удачно получилось, что они сделали большие гнезда. Это гостиная у вас и кухня, да? Ну, вроде да. Тут нет таких разделений. Здесь это летом, чуть дальше зимой, потому что зимой здесь холодно. У нас двухкомнатный дом. Даже трехкомнатный. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! За Путина голосуют быдло.